В одном селении жила-была чудо-мастерица. Эта мастерица делала удивительных кукол, которые были очень похожи на живых людей. Так похожи, что когда мастерица выходила из дома, эти куклы оживали. Опа! Малика? Шахноза! Вот это да! Сколько здесь всего разбросано! Смотрите, все валяется в пыли! Ау! Нужно здесь убраться и все ненужное вынести из дома! Пока нет хозяйки, давайте наведем здесь порядок. Вместе мы быстро справимся, начнем. С друзьями и работать веселее, давайте поскорее начнем. Я сейчас вынесу мусор, и мы сможем продолжить уборку. Я быстро! Сахиб Джамол, подожди! Да не торопись! Куда она побежала? Сахиб Джамол! Она уже нас не слышит. Торопится. Угу, торопится. Что случилось? Угу. Ты уже освободила корзину? Да, так быстро? Так тут рядом. А, и где же ты выкинула мусор? Там, за... Помогите! Помогите скорее! Там беда, беда, там! Скорее! Помогите! Кто-нибудь! Помогите! Кто-то попал в беду. Бедняжка! Он совсем выбился из сил. Что случилось, малыш? Там еж. Ему нужна помощь. Пожалуйста, скорей. Бежим скорее! Ёж попал в беду! Нужно ему помочь! Спасите мою мамочку, пожалуйста. Дракон! Эй ты, дракон! Мы тебя не боимся! Не смей обижать маленьких! Разве ты не знаешь, что слабых обижать нельзя? Мы не дадим в обиду маленьких и слабых! Как же нам помочь?
ничего не слышно. Как бы нам попасть туда? Ой! Ой! Там же есть калитка! Бежим! Скорее! Ой, что это? Это же... Вот это да! Бедная птица! Нужно ее выручать! Надо освободить ее от веревок! Сколько же их? А я уж подумала, что это дракон! И я поверила в дракона! Конечно! Он же был такой страшный! Держи крепче! Отпускай потихоньку! А? Осторожней! Бедная птица! Как нам тебя жаль! Ну вот, последняя веревка, и ты свободна! Свободна! Спасибо вам, красавицы! А кто же тогда так громко и страшно рычал? Ой! Ой! Это же ежик! Еж! Скорее, скорее помогите освободить его! Убирайте быстрее этот мусор! Давайте, давайте быстрее! Бедняжка, так запутался! Терпи еще немножко. Сейчас мы тебя освободим. Ох, наконец-то можно дышать. Спасибо вам, друзья. Я в этой банке чуть не задохнулся. Как же это случилось? Кто же все это натворил? Я пролетала над этой поляной и вдруг вижу, еж попал в беду. Я стала стягивать с него пакет и случайно сама запуталась. Хорошо, что мой птенчик был рядом и так быстро позвал вас на помощь. Спасибо вам, мои дорогие друзья, за то, что не оставили нас в беде. А я шел к вам в гости. Ведь мы давно не виделись, и я соскучился. И тут мне на голову упала целая куча мусора. Я стал из нее вылезать, но... голова застряла вот в этой банке. Но откуда здесь эта банка? И почему здесь разбросан мусор? Это я виновата! Я хотела, чтобы мы быстрее закончили уборку и выкинула из корзины мусор в щель забора. Я не думала, что здесь кто-то может быть. Я не хотела. Ну хватит реветь. Не надо теперь плакать. Слезами делать не поможешь. И ничего не исправишь. Ну не плачь. Не плачь. И что же делать? Надо здесь все убрать. Хорошо. И ты должна запомнить, что мусор всегда нужно выкидывать в специально отведенное место. Даже если сильно торопишься, не следует выбрасывать мусор, где попало. Потому что он может быть опасен для окружающих. Он загрязняет воду, которую мы пьем, и воздух, которым мы дышим. Оп! Окружающий нас мир – это наше достояние, и сохранить его – наша обязанность. Теперь я точно знаю, чистоту и порядок нужно соблюдать не только у себя дома, но и в окружающем нас мире, потому что природа – наш общий дом, а в доме всегда должен быть порядок!
все вместе они убрались во дворе и в доме. Когда чудо-мастерица вернулась, ее ждали чистота, порядок и куклы, которые так похожи на людей.